Всем привет, ребята, с вами Кент ПК. И сегодня я не один, а со мной играют мои подписчики. Ребят, поздоровайтесь. Всем привет. Всем здорово. Приветик, приветик всем. И что же мы будем играть? Конечно же, вы спросите у меня. А будем мы играть в режим под названием «Найди пулю». А ну-ка, пацаны, расскажите, кто-то правила. Расскажите, кто-то правила, кто знает. А? Джонни, а ну рассказывай. Да не, я не знаю, учи ты, давай расскажи. Так, давай, кто знает правила, пацаны? Короче, как обычно, правила никто не знает. Я не понимаю этого! Я, ребята, на этой огромной карте делаю всего лишь один выстрел, а мои подписчики должны его найти. Вы готовы, дети? Конечно. Так, а ну все, отворачивайтесь. Не подсматривайте. Так, пацаны, отворачивайтесь, отворачивайтесь. Все, поехали. Так-так-так, быстренько, красивые. Давайте, ищем. Все, все. Ладно, это был... Тише, пацаны, это был пробный раунд. Давайте все обратно в угол. Так, сейчас, короче, будет все по-серьезному. Ля-ля-ля. Так, я не знаю, кто подсматривал или мне показалось? Показалось? Мне кажется. Ну ладно, все, ребят, поехали, можете искать. Давайте, let's go. Но это будет нелегко, скажу так. Это где-то на бочках, смотрите. Карта большая, однако. Не, карта большая. Кстати, ребят, как вам карта? Скажите ваше мнение. Как по мне, вообще, 5 с плюсом. Прикольная, да? Это лучшая, пока мисс карта, с кастомной картой вообще. Чувак постарался. Да, кстати, слушайте, карта такая классная, просто пупенная. Самое главное, все текстуры есть, все работает, все просто зашибись. Так, ну что там? Ищите? Он у нас да. Такой модник в Гуччи, Девин. Да. Дивин. Так. Ладно, этот момент обрежем. Да где же она, боже? Так, ну что, давайте, ищите. Ну что, слышишь? Ты что своим Гуччи хвастаешься? Давай, ищи. Ищи пулю. Не надо так. Да не, найти вполне реально. Просто, ребят, ищите по самым таким углам. Ну, только я запрятал в тяжелом месте. Хорошо. Давайте. Я уверен, у вас все выйдет. Ля-ля-ля. Давай я подсказку. Это в доме или на улице? Давайте так, подождите. Давайте сейчас найдем одного человека, я буду говорить, горячо или холодно. О, вот так. Мы чуть усовершенствуем эту игру. Так, кто у нас в Гуччи? Давайте, пацаны, вторая пуля считается. Не. Так, в Гуччи, окей. Дивен и Реал Артик. Давайте, ребят, давайте, короче, подождите. Из вас двоих я кого-то выберу одного. Давай, допустим, Дивен. И вот куда Дивен будет идти, я буду говорить или горячо, или холодно. Так, ну пока, ну так, прохладненько. Ой, холодно, Антарктида. Ой, ноги замерзли. Давай, Дивен. Теплее. Но не горячо. Тепло, но не горячо, скажем так. Я найти не могу. И я не могу. Значит, пуля в доме. Да. С чего? Я же сказал просто тепло. Я даже не говорил горячо. Не факт. О, чуть-чуть теплее. Шерлок Холмс. Ребят, давайте, ищите пулю, за что я им плачу. Дивен, ну тепло, слушай, тепло, даже я бы сказал бы чуть-чуть горячо. Ой, опять холоднее. Я понял. Теплее. Где-то вот тут, что ли? Слышите, народ, а кто оставляет фейковые пули? Вот кто сюда стрельнул? Это не моя пуля. И смотрите, еще две пули. Не, смотрите. Кто это махлюет? Я с ножом бегаю вообще. Я тоже не брал. Я, конечно, в шоке. Ребят, вот знаете, вот что минус играть с школьниками? Вот постоянно вот такая вот ерунда происходит. Хотя тут не все уже и школьники, но все равно, ну пацаны, ну... Давайте, ладно, дальше ищем, это не мои пули, если что. Окей. Давайте. Ребят, холодно, кто там в Гуччи? Ой-ой-ой. Реал Артик, ой, тепло. Ой-ой-ой, тепло. Ой, горячо! Ой! Все, дальше не подсказываю. Просто горячо там, где Реал Артик был. Все, я понял. Давайте, ищите. Где-то вот тут западало, все.
Давайте, давайте. У вас все выйдет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, аккуратнее, не божгись. Ой-ой-ой, как горячо. Ой-ой-ой. Реал Артик. Очень горячо. Очень горячо. Прям очень. Пацаны, сейчас у вас, наверное, уже пукан подгорит. Очень горячо, говорю сразу. Можно прям яичницу жарить. Так, ну чё? Ну как? Ну? Кстати, вот бах. Угу. Так, ладно. Где? Бах, он. И... Так чё, не нашли? Нет. Ещё. Не, просто Дивин прям смотрит на неё и такой, типа, не. Кто? Да! Я насчет забаговалась, ребят, она в воздухе. Да. Короче, вы нашли засекреченную пулю. Ебой. Я не знаю, Видите, она как-то забаговалась. Я стрелял в текстуру, она как-то в воздухе оказалась. Ну что же, всем большое спасибо за просмотр данного видеоролика. Ребята, обязательно поставьте лайк, обязательно подпишитесь на мой канал и напишите хороший комментарий. Также большое спасибо всем, кто участвовал. Я думаю, ребят, что вам понравилось, мне тоже понравилось. Всем спасибо, всем респект. И всем удачи, и всем-всем пока. О, да. Всем пока. Пока-пока.